центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составляла минус 46 градусов, в Заречье минус 34. В южных районах похолодало до 16-29 градусов. В Вилюйской группе УСов минус 37-34. В Нижнеленских минус 42. В западных районах 30 градусов ниже нуля, в Колыме-Индигирской группе УСов 44 градуса со знаком минус. В Янских районах минус 47, в северо-западных минус 35. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составляла минус 37 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1,5 метров в секунду. Днем ожидается похолодание до 32 градусов.